Слушайте, ну если бы я мог ответить на этот вопрос, наверное, я бы уже сидел не здесь сейчас перед вами, а где-нибудь в правительстве и занимался как раз тем, что обустраивал новую национальную идею. С футболом не вышло, с хоккеем, похоже, тоже не получается. Вот, решили за Бога уцепиться, тоже как не выходит, многие сопротивляются. Поэтому, мне кажется, национальная идея в России — быть самими собой. То есть, кем угодно, только ни на кого не похожими.